Ребят, знаете, как только оказался рядом с этим, мне сразу как-то на душе стало тепло, хорошо, потому что это реальное произведение искусства, это реальный талант, ребята. Это скульптурная композиция Михаила Шемякина «Дети. Жертва пороков взрослых». Я уже говорю, когда первый раз я это увидел, я лет 15 назад тут мимо проходил с девушкой. Ну, само собой понимаете, чем у меня голова была занята. Ну как, поэзия, смешанная с желанием где-нибудь побыстрее найти угол, где можно, собственно говоря, приблизиться к моей девушке. И вот, и тут я вот увидел, проходя мимо, вот мы здесь вот шли. И, правда, я вот не понимаю, потому что здесь как-то по-другому сквер был устроен. У меня такое ощущение, что они вообще в другом месте где-то стояли, но неважно. И у меня в памяти запечатлелось, что эти фигуры крупнее во много раз, понимаете? Насколько это на меня произвело впечатление вот буквально за 2 секунды, пока мы мимо проходили. Я даже ничего не сказал, я как-то не успел, может быть... Нет, я успел четко осознать, я сразу понял, что это талант, сразу узнал про Михаила Шемякина. Ну, в общем, вы тут все можете читать, все надписи видны. Уже ученость, это прекрасно. Почему он в центре расположил равнодушие? Возможно, если я бы мог как-то с этим подискутировать, но ему виднее. В конце концов, это общий замысел, это общий ансамбль, и поэтому что-то должно было стоять в центре. То, что стоит в центре, это имеет концептуальное значение, распространяется на все остальное. А это Болотная площадь.